Должника в потоке машин вычисляет специальная камера. Она установлена за несколько метров до поста ГИБДД и считывает номера автомобилей. Если программа найдет неплательщика, данные передаются инспектору ДПС, после чего водителя останавливают и просят оплатить задолженность на месте через терминал, либо выписывают протокол. С начала года их было составлено 1475. Такие рейды нам важны для того, чтобы люди понимали, во-первых, о том, что штраф свои нужно оплачивать. Вот. С января месяца мы уже взыскали свыше 500 тысяч рублей. Многие из нарушителей проявляют агрессию. Именно поэтому в рейдах участвуют несколько судебных приставов по обеспечению порядка. Если у водителя большой долг по штрафам, налогам или кредиту, его транспортное средство эвакуировать на штрафстоянку. До того момента, пока задолженность не будет погашена в полном размере, водитель не сможет забрать свой автомобиль. Закон предусматривает наложение ареста, если сумма задолженности превышает 3500. Естественно, за 500 рублей транспортное средство не может быть арестовано. В этом случае тогда судебный пристав выпишет повесточку, гражданин всегда может прийти оплатить. Если злостный нарушитель не хочет оплачивать свои долги в полном объеме, выносится исполнительский сбор за несвоевременную оплату. В этом случае судебный пристав имеет право на принудительное погашение задолженности. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Максим Гусев. События.